«Шансы есть у каждого» – так звучит девиз этого турнира. Вот уже в 28-й раз в Химках прошли крупнейшие в России любительские соревнования по бадминтону RSL Open. За право считаться лучшими в своей группе сразились более 600 участников из разных спортивных школ регионов России. Участники разбиты на категории. Группа А – это мастера, группа Б – сильные, продвинутые любители, разрядники и так далее, так далее, так далее, до начинающих игроков. То есть каждый, кто заявляется, может побороться с равными ему по уровню. Ведем видеотрансляцию, онлайн транслируем счет, разыгрываем какие-то призы, подарки, и все это поднимает спорт, поднимает бадминтон. Эти соревнования проходят дважды в год, осенью и весной. Причем популярность турнира постоянно растет. Секрет успеха состязаний прост. Такие игры – лучший способ, как говорится, прокачать свои навыки и перенять опыт профессионалов. Следующий любительский турнир по бадминтону состоится уже в апреле. По традиции в нем примут участие как опытные игроки, так и начинающие спортсмены. Владислав Грачев, Юлиана Мазырина, Вильфрид Демпковский. Новости Химки ТВ.